колотить блоки двумя руками весело. Что за нелюдь-то такое? Вау, смотри, я рожу крипера сделал. А нет, не совсем. Вообще не похоже. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди и Настя. И сегодня мы будем драться с сумасшедшим ученым. Ужасный моб, который не умеет почти ничего, но он умеет стрелять сгустками плазмочки. Круто звучит. Бери себе 15 лаки-блоков. Да, мы тут же узнали, что это папка Насти, потому что у них, внимание, одинаковый костюм. То есть, если вы вдруг оденете костюм, как у Насти, то она вас примет за батю. Это примерно так работает. Йо. Так, значит, крафтик тейбл. Все, я готов, ты хак. А я нет. Ну так быстро. А нет. Не то я награжу тебя званием Хагрида. А будешь у нас волосатой, пузатой, хренью любящей животных. Как всегда. За филкой маленькой. Ничего не изменится. Кстати, поставили новые лаки-блоки 1.7.10. Надеюсь, что-нибудь новенькое будет, я не знаю. Но там гордо назвали это версией 5.1. Поэтому вдруг, вдруг что-то новенькое выйдет. Нифига себе. Пока что я заметил, уже, единственное уже это... оделся. Единственное, это, что я заметил, то что... Сейчас, это нечестно. Я должен был успеть. Я обязан. Вау! Блин, клево, новый моб, Настюша. Смотри, ведьмочка с кучей Бэтмена вокруг. Привет, мини-Бэтмены! Мини-Бэтмены! Вау! У меня есть куча собак! Куча собак с разными ошейниками! Круто! Настюшка, Настюшка! Ты ж там вроде этот, Зафилыч, вот твои собаки, вперед. Да ну фу, блин. Ну ты ж Хагрид. Вау! Смотри, это колодец желаний. Может быть, тебе нужно кинуть туда какую-нибудь монеточку? Ну вот, на, типа, монеточку. Вау! Твои желания стали и правдой. Я получил золото. О, погоди, где мы там? Что происходит, блин? Что ты? О, алмазы взять! Стоп, кипенвентри! Нет! Не умрет! Я сейчас умру, нет! Держись! Пишу! Keep inventory true! Все, успел! Где там вот этот барыг? Что это в меня прилетело? Барыга! Я... Барыга! Вау! Я сперу тебя 55 алмазов! Дай мне, пожалуйста... Дай мне, пожалуйста, топор! Отлично! Отлично! Ах, черт возьми. Настюх, благодаря твоим алмазам я получил замечательный топор. Спасибо тебе. Я тебя просто ненавижу, ты какой-то отстойник. Умри, Вич. Все. Я убил Вич. Так, теперь давай. О, она! Настюш! Настюш! Да? Смотри, один правда, другой нет. А, украсть лаки-блок! Украсть! Что там было? Что там было? Я ничего не вижу, у меня упал ФПС. Зелье, unlucky зелье. Хочешь выпить? Не хочу я ничего, украл мои алмазы и радуется. О, блок в тему. Я слежу за тобой. Unlucky villager. Да ты задрал! Ушел от моих лаки-блоков, слышишь чего? О, халява! Ты что, недостаточно крут, чтобы... Без моих лаки-блоков выживать. Шел давай, чё ты? Что это прилетело? Вау! А вот, кажется, наш новый босс на следующее видео. Смотри, он тебя... Ой-ой! Он прям тебе на голову свалился. Убей этого коза, чё ко мне пристал? Фу, жирный. Жирный. Какой сожирный. Блин, обалдеть. Мне нравится новая версия нового. Не-не-не-не-не. Жирная какашка, иди от вон. Иди вон. Иди вот! Ой, он близок! Все, я взял золото. Блин, я думал, я его откину. Сама такая, эй! Я нормальная. А тут много лаки-виллиджеров, а что ты продаешь? А он братьку продает! А-а-а, круто! Дай мне, пожалуйста, вот это. Ага. Вот, все. О, да, детка! О, да! Оу, я! Че, еще мы тебя можно стырить? А че ты продаешь? Что ты продаешь? Чё инструментики. Продаешь? А, не, это убого. Мне б меч! Блин, ну ладно, я взял топор, уж у меня все, мазики закончились. А, как круто!
Так, а ты что? Я еще не все. А, он уже топор не продает. О, у него топоры кончились. Чё ты вот не собираешь вот эти блоки? Тебе говорят, собирай их. Так я тебе оставляю хотя бы шанс. Йоу. Я щедрый, чувак. Сипки. Я супер щедрый. Забрал мои алмазы, блин. Супер щедрость. Чувак, ты тут стоишь, да, такой радостный, ты мне не нужен. Оу. Оу. Теперь можно сбросить туда все ненужное. О, смотри, что могу. Плыви отсюда, Настя. Нет. Ж, господи, ты мне дашь сегодня хоть во что-нибудь одеться? Чё такое прям вообще какой-то. Прыгай в воду, прыгай в воду. Прыгай в воду. Чё-то я плохое сделал. Все, валим отсюда, короче. Давай, собирай предметики, делай предметики. Ай. Да собирай, я делаю. Развлекаюсь, короче, веселуха. Это вообще... Одна мышка решила сгореть в лаве. Оуч, жестокая. Бедная мышка. На самом деле я выполняю ачивочку. Там была ачивочка, мешай Насте и забираю у нее все, что попадает из блоков. А, так боже гради, я вообще сейчас все выкину. Но мне нужно было забирать. Я глушом пойду. Alright. Не надо. Так, не, броня мне не нужна. Мне вообще ничего не нужно, давай посмотрим, кто выживет. Насколько это будет смешно, да? Посмотреть просто, как я лягу. Без всего. Рейдж, Настя. Да, блин, забрали, солнце. Ненавижу. Да! Тихо, зомби, кыш. Все, в общем, ты готова? Нет. Ты что, вроде голый хотел? А, ты все убрал. Я избавляюсь, блин, от хорошо, всего. Хорошо. Я тебя прикрою, давай, избавляйся быстрее. Хотя нет, я не буду прикрывать. Давай лучше мы просто пойдем уже и начнем. Нет. Да блин. А-а-а! Будет ни одного предмета. Хорошо. В таком случае... Я пойду и убьюсь об босса, чтобы замаскируем... всем вам было хорошо. Замаскируем это под твою ачивочку. Типа ты тоже ачивочку помните. Продолжаю выкидывать предметы даже после смерти, потому что могу. Я не смеюсь. Ну все, где ты там? Я тебя потеряла. Мне тебя жалко. Давай куда-нибудь на ровную поверхность, потому что у меня дико тормозит FPS. Давай тогда таймсет 0 поставлю. Стоп, у тебя неровной поверхности тормозит FPS. Так, слушай, мне надо убраться. Все. У меня еды не было. Бегу к тебе! Так, ты где там? Лучше ТП-шнись. А, ну да, хорошая идея. Так будет проще. А ты умная! Вау. Чё это за зомбаки вокруг тебя умирают? А вот. Давай, короче, такой план. Ты спа... Нет, лучше вообще дай мне вот это яичко. Бей. Дай мне. Бей. Вообще, ты в гейм-моде? Нет. А вот давай в гейм-мод. Я не буду в гейм-мод. Давай посмотрим, кто там первый убьется. Ну-ка, иди сюда, давай. Ну, что ты мне сделаешь? О, я умерла, вот это да, вот это неожиданность. Я так переживаю и страдаю, вот это прям капец какой-то. О, ужас. Боже мой, я еще и облава убилась. Я так страдаю, страданиями полна душа моя. Не представляю, как переживу это. Я буквально плачу в подушку, буду плакать на протяжении оставшейся жизни, потому что сейчас так убого умерла. Ах ты ж, боже мой, какая я неудачница. Ой-ой-ой, попала в лаву, вот это неожиданность. Вот как же так, как же это случилось? Просто какой-то кошмар. Не бывает так, не могло быть так. Ладно, ребят, на этой радостной ноте мы прекращаем. Как всем пока. Удачи.